покорение полюса! Парни, извините, пожалуйста. Скажите, а почему мы вместо внятной домашки вот эту пургу показываем, а? Александр Васильевич! СОС! Днепр с ума сошел! Вставили себе проволоки в шарфы и думают, что это смешно! Игорь! Ты просто не даешь нам раскрыться! А, так ты раскрыться хочешь, бутончик? А ничего, что лепесточки-то уже пооблетали? Кстати, Юра единственный, кто подготовился к теме «Север». У него мох только с одной стороны растет. Кто еще хочет раскрыться? Все! Хорошо. В нашем сегодняшнем домашнем задании раскроются все. Засияйте у меня, как северное сияние! Поехали! И в первом нашем номере мы раскроем сразу же трио. Когда муж совершает проступок, сердце его жены может превратиться в лед. И чтобы растопить эту льдину, муж обращается за помощью к своим верным друзьям. Людмила Павловна, ваш муж позвал нас сюда. Он там лицом рухнул в снег, но он святой человек. Пусть потерял он мобильный, который вы подарили на годовщину. Ему какая-то дрянь духами облила лицо. Потом с руки его она сорвала кольцо. Но он хороший, поверьте, он спас котенка в подъезде и даже спал с ним он вместе. Вдвоем интересней, но зато живой. Люд, я живой! Он живой! Пусть с разбитой головой, без носков, зато живой. Хочет дома ночевать твой герой. Иди ты к черту! Туда, где пропадал последние 3 дня. Я говорил, Лепса надо петь. Я чепуха, I love you. Я тебя кохаю. Ну а в следующем номере мы раскроем не только актерские способности ребят, но и некоторые секреты семейной жизни. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Основным блокпостом на этом маршруте является «Север». Холодильник «Север». Игорь, а что ты ищешь? Яйца для яичницы ищу. В аптечке? Ну я просто подумал, если у нас в лотке для яиц в холодильнике лекарства лежат. Может, яйца где-то здесь? У нас в холодильнике все в порядке. Опа! Тогда скажи мне, Лена, какого хрена у нас в холодильнике уже полгода лежит вот эта половина луковицы? Мы ее когда-нибудь используем или это оберег? А из нашей морозилки когда-нибудь пропадет лопнувшая бутылка пива? Это что такое? Ха, деревня. Это сыр с плесенью. Зачем нам 2 таких дорогущих сыра? Вообще-то это один сыр с плесенью, а второй подорожал уже в холодильнике. Слушай, Лена, откуда в тебе этот аристократизм? Сыр с плесенью, леопардовые маслины. Это перепелиные яйца. Зачем ты разоряешь гнезда этих несчастных птиц? Перепелиные яйца улучшают память, и я их ем каждый день. Ну ты тогда лучок туда подрезай. И вкусно, и полезно. Йогурт без даты. Лена! А это кто там у нас? Это свиные копыта, я их купила для холодца. Год назад! Год назад ты их купила, Лена! Свинья еще целый год могла на этих ножках бегать! Давай похороним, а? Знаешь что? Я
Я приехал с командировки, еще кстати, ничего не... Кстати, командировка. Я тебе в контейнерах еду давала. Где они? О, боже! Это же были коллекционные контейнеры! Выполненные из благородного пластика, Лена! На! А вот это не наш. Капец. Ну почему капец? Лишний контейнер в хозяйстве пригодится. Сереге капец, это его контейнер. Ему сейчас там такая же пила, как ты, башню отпилит за эту реликвию. Пила? Ну вырвалась, Лена. Я ж люблю тебя. Да? А я уже и забыла, когда ты последний раз это говорил. На кой черт ты их жрешь? Друзья, сегодня каждая команда пыталась раскрыть секрет северного сияния. Но как бы громко это ни звучало, для каждого, кто стоял на этой сцене, гораздо важнее раскрыть секрет улыбок зрителей. Альбомы старых фотографий отображают время, ход. Сменились пункты биографии, и КВН уже не тот. Ушли врачи и инженеры, зато есть гопник и злодей. Но их одно связало дело, нам всем одно лишь важно дело. Игра для этих бог людей, и для него, и для нее. Пусть будет им всегда смешно, смешно до слез. Yeah.